финальных играх соревновались 8 команд, выигравших первые места в зональных этапах. В последний третий день игр 4 команды боролись за золото турнира. Среди них и бавлинская команда «Дивон». В игре за первое и второе места «Дивон» встретился с командой из высокой горы Бейктоу. К концу первого периода счет на табло был 1-1. Несмотря на то, что считали, что наша команда как слабый аутсайдер, но выбила сильных соперников во время, как говорится, группового этапа, вышла с первого места. Вот сегодня уже играет за первое место. Мы очень сильно болеем. Игра напряженная, счет 1-1, предсказать ничего невозможно. Можно сказать, все игры были такие напряженные, упорные. Но победить должен сильнейший. Игры на льду были напряженные. Ребята упорно боролись за каждый гол. А болельщики с трибун старались придавать им сил. Мы приехали за Арск болеть. Вот сегодня они заняли третье место. Первый раз выиграли Бугульму. Вот, а дальше уже мы за хозяев болеем. За игрой следил юный гость турнира, 10-летний Ильназ Давлетов. Он приехал с родителями по приглашению команды из Арска. Мальчик прошлым летом получил сильный электроожог рук и пережил сложные операции по ампутации рук от костей до плеч. Я приехал сюда поболеть за команду «Атлант», и наша команда выиграла. В результате напряженной игры команда «Бейктоу» к концу третьего периода забила в ворота хозяев 5 голов и со счетом 5-2 выиграла. Команд-победительниц наградили глава администрации Бавлинского района Ильяс Гузаиров и федеральный инспектор по Республике Татарстан Дамир Марданшин. В итоге первого места удостоились высокогорцы, на второе место вышли бавлинцы и на третье – команда Арска. Бавлинская команда в качестве приза получила сертификат на 50 тысяч рублей и сертификат на приобретение комплекта клюшек. Лучшим игроком турнира был признан бавлинец Тимур Мухамедзянов, а лучшим тренером – тренер бавлинской команды Владимир Орлов. После награждения ребята принимали поздравления от родных и делились впечатлениями. Играли мы сегодня хорошо, но не хватило сил. В следующей золотой шайбе будем стараться и доигрывать до первого места. Было тяжело играть, но добили своего и выиграли, и стали первыми. Команда, завоевавшая первое место, будет защищать честь Татарстана во всероссийских соревнованиях в Астрахани. Игры пройдут в начале марта. Айгуль Диатуллина, Булат Миязов, БРТ.